Министерство культуры Италии о создании при помощи ЮНЕСКО голубых касок культуры итальянская культурная организация «Спиранса» заявляет и призывает к созданию международного культурного корпуса добровольцев, в котором были бы, участвовали бы все граждане мира, узаконенного на всех основаниях, для восстановления не только памятников культуры Пальмиры, но и всего гуманитарного наследия человечества.